Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаются мои подготовительные работы к высадке томатов. Вот сегодня 26 марта. Как вы видите, по-прежнему у нас вокруг сугробы. В теплице больше 30 градусов. На улице минус 5. Ночью было минус 15. И впереди последняя морозная ночь. Завтра сюда опять вернутся мои томаты. За это время, как вы видите, вот к высадке вот для суперраннего урожая все готово. Сделаны абсолютно все луночки. Даже я уже посеяла вот эти уплотнители, салат, редиску, лук. Все, вот эта первая линия вся готова. Я к завтрашнему приему томатов от гостей подготовилась основательно. Принесла сюда лампу, сейчас повешу, чтобы ходить ночью температуру проверять, чтобы, не дай бог, один у меня градусник, где он у меня, не могу никак к камере попасть, где-то есть, там вот, один градусник у меня висит на веревке воздух, другой лежит на земле, внизу воздух, третий торчит в грунте, температура грунта, все, короче, во всеоружии встречу. Начиталась комментариев, посоветовали, что или бочку с водой, или что, когда температура высокая, днем вода нагревается, вечером будет теплоотдача. Накупила вот таких вот 5-литровых емкостей, они недорогие, по 40 рублей. Вот на 300 рублей вышло 7 штучек. Сейчас я налила сюда воды, тут жарища, сейчас она нагреется. Ну, этой ночью это тепло никому не нужно будет. Но завтра и в последующие ночи я их буду ставить вот сюда между рядами томатов. И они за день будут нагреваться. Вода нагревается прям до горячего. Представьте, выше 30 градусов. Вообще такая сильно теплая. И она будет за день нагреваться, ночью будет отдавать тепло. Как такие батарейки небольшие. Все, короче, со своей стороны я сделала все, что я должна сделать к их переезду сюда. Я думаю, они это оценят и будут расти у меня хорошо. Грунт я уже 2 дня как не подогреваю, потому что смысла нет греть. Раз перерыв здесь был, томатов у меня здесь не было, они все дома. Ну, дома мне их даже жалко. Им же расти надо, им солнце надо. Они уже здесь 4 дня посидели, они уже обрадовались, думали, что навсегда, а я их назад. Они вот так аж руками упирались, я их когда заносила. Ну, никак не хотят в дом заходить, и все. Растопоршились, не пойдем назад, хотим на улицу. Вот завтра я их сюда принесу. И каждый день буду ходить, следить за их жизнью. Буду смотреть за температурой грунта, воздуха, внизу какая температура. Если что, вот у меня там, я же говорила, лежат дуги, лежат пленки, лежит нетканый. Если что, я их закрою. Но я думаю, что я их сохраню, все у нас будет хорошо. Но если что, собой прикрою. Я большая, меня на всех хватит. Все, до свидания.